Доброе время суток. Сегодня у меня 5 часов утра. Днем и вечером, видно, не будет времени потренироваться, поэтому выбрал утреннее время. Сегодня мы тренируем жим стоя, жим солдатиком. 5 подходов, 50 килограммов на 5 повторений. 52,5 килограмма на 4, 55 килограммов на 3, 57,5 килограмм на 2 повторения и 60 килограммов на максимум, сколько получится. Ну и потом еще сделаем добивочку, швунг, жимовой швунг. Спасибо. Сейчас делаем второй подход. 52,5 килограмма на 4 раза. Третий подход, 55 килограммов на 3 раза. Четвертый подход на штанге 57,5 килограмм, немного сцикливо, делаем 2 повтора. Последний подходик, пятый, кстати, это и рабочий подход, максимальный вес, 60 килограммов. Мой рекорд был 62,5 килограмма в тесте.
Сейчас попробуем выжать 60 килограммов на раз. И на следующей неделе будет тест. То есть будем искать свой соревновательный максимум. И снова месячный цикл тренировок.